Сегодня в Чувашии произошло крупное ДТП с участием 5 машин. На участке федеральной трассы М7 столкнулись 4 фуры и легковая иномарка. Для водителя внедорожника эта поездка оказалась последней. 9 октября около 9:30 на федеральной трассе М7 между населенными пунктами Лапсары и Карачуры произошло крупное ДТП с участием 4 большегрузов и внедорожника. По словам водителей, 3 фуры двигались в сторону Карачур одна за другой. За ними следовал кроссовер Suzuki Grand Vitara. По предварительной информации, в какой-то момент на дороге возникло небольшое затруднение движения. Большегрузы и иномарка стали притормаживать. Водитель 4-й фуры со ставропольскими номерами, следовавший за ними, похоже, не заметил этого и скорость не сбросил. Фура практически влетела в кроссовер и буквально раздавила его. Сузуки занесло под грузовик, а дальше последовала цепная реакция. Водитель иномарки погиб на месте. Его личность сейчас устанавливается. В салоне кроссовера обнаружены документы на жителя Чувашской республики. Мужчину 54-го года рождения.